Расскажи, пожалуйста, что сегодня не получилось у вас в игре? Почему не получилось выиграть? Хотели забить как можно больше, забыли про защиту. Пропустили много. Как оцениваешь соперника? Соперник был нам по силам. Так получилось. Много. Почему, когда вы сравняли счет, вы не попытались увеличить разрыв, и получается, что он остался у вас почти таким же? Поверили сильно в себя, переоценили соперника. Недооценили соперника. Спасибо большое.